Всем привет, друзья. Игорек. Игорь спешит в церковь. Да, спешу. А мы его тянем на набережную. Самвел, мне это большой... Ты что, я потом буду бегать, прыгать по троллейбусам. Ну, мне желательно троллейбусы. Ну, там идет. Идем до Миронова. А что тебя понесло по набережной? Мне надо встретиться с людьми там. Я в поезде познакомился. Надо встречаться. В поезде с людьми познакомился. У нас сегодня, кстати... В темноте его узнали. Да, тебя в темноте узнали. Так, я спрашивал, мне надо молодую сороку. Ты мне нашел птенца? Конечно, она улетела. Молодая сорока, зачем тебе? Ну, выросли птенчики, красиво пить. Кричит дома. Кричит дома. У нас сегодня, кстати, кастинг мастер-шеф. У меня сегодня репетиция была, я не смог. Лови их. Старые, молодые, давай зайдем. Вон, глянь, две штуки. У нас сегодня кастинг мастер-шеф в Днепропетровске. Я должен быть на кастинге, но у меня не получилось. Я вот Алексея зову на это самое, он не хочет. Вот то надо было Света сырники сделала, чуть надо было не нам на стол играть. А ты не хочешь пойти на кастинг? Да ну куда мне еще на кастинг? А хочешь, хочешь. Да что я хочу, что я там делать, я ничего не могу. Ну Света сырники нажарила, принес туда, вывернул. В церкви дали Пасху, принес он туда на мастер-шеф, кинул на стол. Будешь рассказывать про православие, и там все. Дойдешь до финала. Ходим. Как там ты расскажешь? Вы католики. Лев Бонифаций. Давайте быстрее нам зеленый свет. Игорь, церковь опаздывает. В церкви поп дожидал, скорей. Я говорю, знаешь, это... Поп дожидал. За двумя зайцами. Помнишь, когда она... Папенька, маменька, быстрее в церкви поп дожидал. Так это... Шо-шо? Какие мои девушки? Это ты его Оля. Нет. Это ты мои девушки. Блямбой на груди. Что? Блямбой на груди. Слушай, долговязый. Блямбой на груди. А что такое долговязый? Ну, длинный. Высокий. Я высокий? Вот. Я высокий. И подходишь, он вообще не реагирует. Что, я? Я говорю за Лёшу. Чего? Конечно. На тебя реагировать. Прыгай, я блоха якась. Уже идем в класс. Прыгай, каже, блоха якась, что на него реагировать? Слушай, там идем в класс, значит, уже. А он же, ля-ля-ля. Я говорю, дай хоть ключ. Если слон будет реагировать на каждую моську, да, да. Ни шага не стыжи, моська ты. Чмоська? А ты чмоська. Чмоська. Вот смотри, посажу Лешку в клетку эту и накрою там крышу. От дождя, и будешь там сидеть. А зачем крышу от дождя? Надо, чтобы уже и без крыши. Да не, ну зачем? Жалко. А я тебе сделаю. Слушай, иллюстрацию вот сюда закину. И чтоб люди подкармливали. И закрыю крышку. Тебя. А тебя там будут и подкармливать. Хорошо. Туда и выкидывай. С ресторана. Ой, не могу. Игорь, ты на нас не обижаешься, что мы так это самое? Тебя будут кинуться защищать правоверные. Да. Скажет. На канале. Игорь, не обижаешься на нас? Я не обижаюсь, только мне надо, понимаешь, надо закончил, сел, поехал. Набегаешься кругами, потом втридорога есть. Ой, боже. Да. Втридорога есть. За вот гривны. Тут трамвай. За гривны 50. Игорь, не хочется ли такие велосипеды? Руки 50. Вот, Женька, ты хорошо про такое будешь. Ты маленький, как это ты, Игорь, как прыгнул ты в церковь. Я как раз бы ножки на педали. Могу залопить, да дура. Это я ехал в поезде, и там парень ехал, Данил. И он меня в темноте прям узнал. Данил Букеев? Да. Данил, привет. Это другой Данил, он моряк, и узнал меня. Люди думают, тебе домой в гости. Да не, они уезжают, они из Запорожья приехали на кастинг сегодня. Он с девушкой себе приехал на кастинг, хотят встретиться. Из Запорожья? Да. Еще Оксана из Александрии тоже надо так встретиться. Так хорошо, почему мы так шли, а не так, как я предлагал? Они в петушке вот тут сидят. Ну и вырулил бы к своему, не знаю, где петушки. Одному скучно, Игорь.
Тем более тут можно сороку поймать. Где? Ну, здесь летают. Не вижу. Голуби летают. Ну, покажи сороки. Хоть одну сороки. Ну, вон что. Вот то, тихо. Игорек, не хочешь на катере? Где петушок? А я катался. Классно. Сейчас стоит 40 гривен. Здравствуйте. Не, спасибо большое. А жалко, у вас еще вкусок. Да, я представляю, что вкусно. А вы повар, да? Нет. Официант, а, ну понятно. Это ты вас видел? Та у тебя не знаю, то, наверное, да. Да, Богдан. Самвел. Всего хорошего. Да. Бесплатно. Это у нас вкусная кухня. Я тебя не знал. Ну, наверное, же мастер-шеф. Где-то я вас. Не, прикольно. Марина, я замашил. Ну так сделать. Десь так на людей раз. Надо идти так, Игорь, снимать, вроде Игорь звезда. Знаешь, так бежать сзади, так впереди, понимаешь? Я буду так бежать и снимать сразу. Главное, расслабься. А я не напрягаюсь, Игорь, никогда. Слышишь, сегодня идет, уже полчаса репетиция прошло. Я ему звоню, говорю, это самое. Да я не спешу, что мне переплыть через небо. Ну а что, я буду бежать через речку? Что ты мне не звонишь, понимаешь? А потом идет. Я говорю, ты одной ногой пишешь, а второй зачеркиваешь. А что мне бежать? Я еду, сижу в маршрутке. Игорь каже, где ты репетиция? Я говорю, что я плыть буду, ну, сейчас хорошо, выпрыгивать. На какую бы работу ты еще опоздал на полчаса? Если... На любую. На СТБ. На любую? На СТБ. В YouTube опоздал на полчаса. Съемка прошла, тебе бы сказали. До свидания. Ну, до свидания. Кому вы хочете, да? Да. Спасибо. Знаешь. Ту звезду готовы на телеканал. На СТБ на новый пойду, на Украину. Игорь, иди на мастер-шеф. Ну а что? Я там делать буду? Ну, будешь рассказывать. Там уже придумают, что тебе делать. Ты главное приди. А кто это вверху? Он креститель. Креститель, да? Игорь сейчас сидит на диету, будет худеть. Да, сказался, после лета мы его не узнаем. Так хочу за швабру прятаться. Носишь бутерброды, прошу не носи. А вы блогер или не? Нет. Японисты. Кто-кто? Японисты. Японисты? Это японский язык учите, да? Да. А где? У нас учат где-то язык японский. А где? В общем, вот это Данил, который я сказал уже, что в поезде узнал, в темноте, прибор ночного видения встроенный. А я Диана. А это Диана, его девушка, да, они из Запорожья приехали на кастинг сегодня. Да, Диана приперла брауни, сделала красивую презентацию. А я Диану припер. Да, он припер Диану. Ехали в машине, в которой вместо ручки отвертка стояла. Так что... А я сегодня должен был там сидеть, но у меня не получилось, потому что репетиция в театре, у меня, в общем, забрали день. Я не смог, в общем, попробовать брауни. Так что... Я в следующий раз привезем, ну, честно. Да, Данил, он моряк, он... Здравствуйте. Здравствуйте. А Данил моряк, где ты плаваешь, да, где-то? Ходим, мы ходим. Данил плавает. Ходим, мы моряк. Ходим в этот, в бассейн. Плаваем. Так что... Еще учимся. А тебя Данил или Даниил? Я Даниил. Даниил? Ну да, я с двумя «и». А, видишь, а что я так спросил, интересно? Угадал, что-то мне казалось, ты Даниил. Мне аж как, типа, как святого, ну, в честь святого. Даниила. Ну не в честь, я думаю, тоже. А ты просто... в честь этой Дианы, принцессы? Да, да. Понятно. У нас такие есть, принцесса Диана. Даниил и Диана. Понятно. Ну, так что... И фамилия какая богатырская. У меня же Попович. У тебя? Ну я же Попович. Да, да, да. Чей фамилию, чтобы... Именно Попович. Даниил Попович. А Самвел с нами встретился, такой хороший, уделил нам время, замечательный. Ой, человек. Сейчас, буду лететь, сейчас я буду лететь через Днепр, будешь держать. Взлечу от радости. У нас сегодня хорошая погода. Да, не жарко, ничего. Не жарко, да, приятно. Так что сегодня у нас кастинг последний в Днепропетровске. Всем удачи.
Можете дальше не продолжать. Нормально. Это опять арабская клавиатура. Уже не первый, да, такой? Ну, заказывал на Репке точно такой ноутбук, вот прислали с арабской клавиатурой. И, значит, я им позвонил, в общем, они вернули деньги. Вот и сказали, что у них вся партия такая на складе, где они берут. А у себя, значит, на сайте они выставили объявление, что в наличии с русской клавиатурой. То есть, ну, получается, это контрабанда, да? Молодцы. Ну, нет. Больше всего, что это могли просто на нашу страну, по ошибке пустить такую партию. А, как правило, все покупают в одном месте. Ну, да, один склад, да. То есть все магазины, да? Кто-то дешевле, кто-то дороже. Да, и все. А арабский не знаете, да? Да. Пока еще не выучил. Плохо. Да. В общем, что я могу сказать? Расстройству нет предела. Это просто капец. Пришел вот в Резетку. Это у нас такой магазин в Днепропетровске. Ну, то есть... То есть в магазине тут продаются тоже ноутбуки, можно заказать. Ну, все знают этот магазин, магазин хороший. Присылают мне ноутбук, и я еще думаю, сейчас включу камеру, хоть запишу. Точно, включают, открывают, а там, зараза, арабская клавиатура. Фу, мне аж плакать хочется. Ну, что за фигня? Че этот Все долбанный приватбанк, короче, пошел. Мне же деньги на карточку с Репки перечислили на Репка, я покупал там такой ноутбук. Наверное, дело не в Репке, что она плохая. Дело в том, что вот видно, у них склад один. Вот мне этот мужик сказал, что у нас склад один, говорит. Они все с одного склада покупают, хоть Репка, хоть Чертепка. Просто, что Репка написала в наличии с русской клавиатурой. Я им сейчас позвоню, приду, думаю. И, значит, пошел приватбанк деньги снимать. Мало того, что с тебя берут 1%. То есть из 20 тысяч я снял 200 гривен, я должен заплатить налог приватбанку Коломойскому. Вот мне интересно, что это за свои средства? Я снимаю деньги и беру, и платят, приватбанк сдирает 1%. За что? За то, что приватбанк пользовался моими деньгами? Попользовался моими деньгами, отымел меня и снял у меня еще 200 гривен. Ну, это вообще. Ух, пойду мороженого наимся, короче. Я уже думаю, сейчас сделаю трансляцию, приду домой, там еще что-то. Сегодня у меня такой день затурканный, и репетиция, и то, и все. Завтра день рождения, это подарок. В общем, такие дела. Да выпью кваса. Так, кто помнит Ксюшку из Александрии, когда-то я встречался, это самое... Она актриса, да. Я актриса? Я актриса. Из какого же вы театра? Из Александрийского народного аматорского. Что ты удочку не переверни, глянь, я там удочка сзади стоит. Всю рыбу распугаем. Слушай. Я ж плавать не вмею, еще никто не спас. Ксюха приезжала сегодня тоже на кастинг. Все опозорилась? Чего? Ну, уже не знаю, потом узнаю. Та чего прямо опозорилась? Ой. А лучше так. Де пахлаву пекла? Де пахлава? Доставай. Тут пакет. Достань, правда. Боже. Тільки дивись, щоб не очки не улетіли. Пахлава саме головне, щоб не полетіло. Ой, дерзимо. Сильно газовано. Нельзя пить сильно газовано. Очки повипадають. Обставляємо зараз. Ой, грань, класно як. Це все, що осталось. А ну став сюди. А вона не летить. Ой, це ти сама пекла чи мама пекла? Я пекла, ти що? Це ти в магазині у нас отака. Не точно. Знаю. Я старалася всю ніч, послідня медика. А можна попробувати, да? Та забираю я. Ням-ням-ням-ням. Пробік якийсь получився. А не пробували чи ні? Нічого не пробували. Я там оставила, ну не знаю. Вже отправляться. Добра дівчинка. Чуй, Сюха, они тебе говорили, что вопросы задавали за себя, ну, да? Ну, анкете там что-то. Я, конечно, планировала очень много рассказать. Но она уже останавливалась, она говорит, да подождите, я сейчас все рассказала. В общем, что смогла, то рассказать. Да-да, не ездили. Да, ну, она, главное, что я специально поставила. Вот именно, что ты пришла, пришла, там уже, знаешь. Там уже, да, горелась с ней. Молодец. Ну, закусим. У мене зараз нема можливості дивитися відео твої. Які собаки, обрізали кабель. Собаки? А, ну, звірі, люди, я не знаю, як це назвати, обрізали кабель. Кабель на інтернет, так? Да? На стаціонарний. Я думаю, що в мене просмотри упали. На телефон.
на телефон. А в мене ж інтернет підключений до стаціонарного телефону. Ну все, і тепер страдаю, нема чим зайнятися. Собаки, правда? Собаки, ну як це називати? Іменно в моєму домі, прям іменно в сусіді. Це конкуренти. Навірно. Наверное, хтось конкурирующие каналы, перерезали кабель. Ну, це ж центрального трансформатора. Ксюха, дуже вкусно. Молодец. Спасибо. Я б тебе взяв сразу в суперфінал. Ага. Прямо в Париж. Прямо в Париж, под рекордом блю. Ага. Зажрав стрес бігролом в Макдональдсі. До свидання. І все. Здрасте. Охранники взнали. О. Що робить з тебе? Так, тепер треба для повного удовлетворення піти вибрати собі нові штани в Полимбірі от здесь в Москві. Так. Що тут по 199? Ого. Падли, були когда-то по 300 гривень, ну такі штуки. 649. В общем, опять пришел я в Полимбір. Взял вот такие штаны. Сейчас померю такого цвета, две штуки. Потому что, сказать честно, у меня опять уже между ног дырка натерлась. Не знаю, от чего протираются дырки между ног. Может, потому что толстее, что-то ляжки трутся друг от друга. Ну а что, правда говорю. Я не буду, конечно, показывать, но дырка между ног хорошая. Сбоку вот так. Мне, тем более, их уже строчили, эти штаны, ну, делали латку на заднице. Ну, не на заднице, а под ногами. Сейчас буду мерить. Настроения нет из-за ноутбука, блин. Я уже сегодня мечтал, как я думал, буду Windows устанавливать. Как я буду, ой, прямую трансляцию сделаю. Хотелось на день рождения сделать прямую трансляцию. В общем, померю штаны, покажу. Ой, еще босиком не было, сегодня носков не нашел. И вот это на босу ногу одев тапочки сверху. Мне, кстати, нравится носить босиком обувь. Короче, не налазять на мої карачка. Штани вообще. Даже и близко. Какие-то взяв размер маленький, сейчас буду другим мерить. А эти здорові штани. Як бомжара. Якісь тряпки на мені. Старі штани оказались дуже великі. Такі от. Ну, то есть здорові везде. Не годятся, надо меньше размер. Как сделаю новый ноутбук, сразу сделаю трансляцию. И продам трусы с аукциона Calvin Klein. Закрыть двери. Я сижу, жду продавца консультанта, мне что-то новое место, чтобы труса с ними. Я буду подглядывать. В общем, буду брать, потому что летних штанов у меня нема. Вот такие вот. Что там, свадьба, да? А потом отгородят и... Да. А, выкупают берег, да, вот этот? А что, да. Вот тоже мы смотрим, что вот это самое. Вот снимут решетки и вот туда продлятся. Ты на море, теперь тут захватывают.
О, Господи. Ще їм мало. Ще Дніпр заберуть, да? Не говори, да. Так это они, да, вот это привезли? Да, да, вот это он. А потом видели, это им руце снимут, а вот тут я. Ага. Это вообще. До Масі не прийду на могилу. Тут на могилі у Масі грають. Маски весело. Не буду йти казати, бо неудобно. Собака вирила. Так люблю от эти. Так люблю от эти хащі тут ходити от в этих зарослях, мені нравится. Особенно утром. Вид на Дніпр. Этот сыр, кстати, мой любимый, вот Рокфор. С вареньем вкусно, очень вонючий сыр. Я люблю такой сыр. То есть не люба, а мне наоборот нравится. Пюре без глютамата натрия, надо взять. Ого, 11.20. И две вот таких возьму сырных. В общем, всем привет, пришел домой. Томас дома под дверкой сидит. В общем, ноутбук что-то вообще у меня не включается. Уже окончательно. Мой вот этот. Буду монтировать в телефоне, насколько это возможно. В общем, все. Пока. Завтра у меня мастер-класс в Днепропетровске 21 числа. Мой день рождения. Так что день рождения веселое. В общем, там еще один тролляка вылез и начал мне писать гадости, короче, про меня и кота. Ну, хотя под видом такого благодетеля, такого, что ой, там типа это, не перегни, бо ты вот свою любовь на кота, а не на кого-то там, что ты там спишь с котом, ну такой, черти что, писал. И называется этот ник Чопик Правосудия. Высунь свой чопик из задницы и засунь себе его в рот, облежи и хай он тебе во рту торчит. Все. И будет тебе счастье. Вот так, из задницы чопик береш, так в рот его собі. І так і ходиш потім до кінця дні. Я думаю, що буде краще тобі і окружаючим. І ще й хамло в кінці нахамив підписчицям. Ну це взагалі. Виродок. Виродок! А якщо тебе колись стріне Томас, то він тобі сраку надере так, що тобі місця буде мало. Поняв? Треба буде три чопіка всовувати потім. Да, скажи, Томас, я тебе перестріну. Будем, мама, не горюй. Да, Томас? Ой, хороший. В общем, а вот эту банку варенья передала Оксана от Светы из Александрии. Вот. Это подруга Ксетина. Спасибо тебе, Света, огромное. Здоровья тебе крепкое. Всего-всего самого хорошего. А эта мама передала огурцы и базилик. А вы что грызете, да? А вы что грызете? Вот уже удмурт, а? Удмурт. Довольный?